Крупное ДТП произошло в районе 3 часов ночи в Алексеевском районе. На 90-м километре трассы Казань-Оренбург столкнулись «Лада» 14-й модели и «КамАЗ». По предварительной версии, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и боковой интервал, в результате чего он столкнулся с «КамАЗом», ехавшим по встречной полосе. От удара многотонник опрокинулся на бок, тогда как легковушка превратилась в груду искореженного металла. Несмотря на серьезные повреждения, никто из участников аварии не получил серьезных травм. Лишь у 27-летнего пассажира отечественного автомобиля медики диагностировали ушиб голени.